Девочки и мальчики, ну что, дорогие мои, все, это последнее утро, я уезжаю сегодня. Это последний раз вид из окна. Чемоданчик у меня собран. Спала я только на одной стороне кроватки, всегда. Поэтому пусть убирает только половину кроватки. У нас уже забита эта комната, естественно, люди уже ждут. Вот, я сейчас, как говорится, выгребаюсь, все оставляю здесь и... Спускаюсь вниз, у меня еще 3 часа, я еще пойду на процедуры. И в 12 часов за мной заедет опять Елена, которая меня привозила. И мы поедем в Сан-Диего. Надеваю шляпу и говорю спасибо огромное всей команде, всем докторам, всему персоналу, который был так добр ко мне. Просто, девочки и мальчики, это место никогда не забудется. Оно навсегда останется в моем сердце. Серьезно. Пойдемте завтракать. Мы сейчас будем делать зарядку. Смотрите, какие у нас тут красивые, большие. Одна из них однажды меня клюнула чуть ли не в глаз. Вот такие огромные летают. Ну, да вообще. Мечта. Мечта. Сделали. Вообще здесь делают каждое утро зарядку, но я на нее не попадала. Вот первый раз. Запыхалась. Одышка у Фальконы, одышка. Смотрите, нам с утра нам подают такой вот вкусный салат и, наверное, будет еще каша. Вот видите, сидят. Are you from Mexico? United States. А видите, вот. California. Oh, wow. So from California? Yes. А, видите, вот американцы сидят. Классно. No, I'm from Florida. Oh, nice. Yeah. So how do you know about the clinic? My mother-in-law lives in one of the communities nearby. And a friend told her about it, said that it was miraculous. Do you like it? Yes, very much. Wow. То есть, I'm gonna translate. У нее свекровь, подруга живет где-то здесь рядом, и она сказала, что это место просто обалденное, они сюда ездят, им очень нравится. Thank you. Ну а пока до завтрака мы пьем чаек.
деток. У меня правда такое ощущение, что я здесь, ну не месяц, но две недели точно, ну никак не четыре дня. А сколько видео уже снято? Вы смотрите эти видео, вам тоже кажется, наверное, что я здесь давно. Я не считала, сколько видео, но больше 12, по-моему, видео за 4 дня. Надо посчитать, кстати. Вы посмотрите, что нам нарезали-то. И это все ведь, это все наш друг Паша ведь вчера купил, столько фруктов. Вы посмотрите. Мы тут у нас свадьба, можно сказать, Маланина. Обалдеть. Николас. Иди, бери. Бери себе. Посмотрите, Ванесса делает хлеб. What is that you doing? This is a seeds, pumpkin seeds. Смотрите, это кабачковые, нет, тыквенные семечки. И она делает масло из него. А это, what you eating that? О, вау, смотрите, маслица сколько. Ой, о, вау, мы try. Представляете, это тоже можно кушать, но она говорит, можно посыпать это даже на цветы. И маслица делает. What else you making? You making bread too, right? Right now. Хлеб делает. Смотрите, хлеб делает. Вау. But what did you put right here, right now? The bread. Let me see. Yeah. Yeah. Смотрите, хлеб какой она делает. О, вау, oh, wow. Посмотрите, какой хлеб она делает. What is that from oatmeal? Yeah. Это из геркулеса, такой хлеб она делает. Это вообще, вау, wow, that's cool. Видите, вон Алина набирает, говорит, сейчас будем есть это. Это вкусненько. Мне понравилось такое хрустящее, как чипсы. Просто как чипсы. Она здесь, конечно, волшебница. Чего только она не делает вообще. Так, по-моему, моей стопочки уже нет. Да? Моей уже нет. Хотя вот тут две Натальи почему-то. Наверное, я. Две. А, у нас еще одна, наверное, Наталья приехала. Не знаю. Короче, меня уже исключили из бригады. Я жду уже, у меня с минуты-минуты приедет Елена. Да, мисс блогер. Я за вами буду сильно скучать. Видите как. Да, короче, я знаю, что мы встретимся. И я тоже буду по тебе скучать. Я вообще хочу сказать, Паша тут не только, как говорится, о своей жене беспокоился, он еще о нас о всех беспокоился. Ну а как же? Все-все мы были сыты и довольны, как у, каждому по кокосику, короче. Жидкого кокосика. Да, да. И сухого. И разного, разного. Так было вкусно все. Спасибо огромное тебе, Паш. Не моя проблема. Просто огромное. Я надеюсь, мы еще увидимся. Обязательно. Вы же в Флориде живете, да? Да. Мы соседи, можно сказать, да? Да. А я во Флориду очень часто летаю. Ну вот, обязательно встретимся. Все, Паша пошел опять на... А, нет, его врач позвала. К врачу пошел. А я сижу, жду, когда со всеми попрощалась. Всем карточку свою дала, риэлторскую. Говорю, звоните мне. Вот так вот мой называется мой канал Наталья Фалконе. Со всеми попрощалась, по-быстренькому поехала. И вот сейчас сижу у Ванессы здесь, как буфетная кошка, как я говорю. Смотрю, что она тут делает. Вообще, конечно, было просто классно. Я такое ощущение, что я побывала у кого-то в гостях. Даже не в клинике, а просто у кого-то в гостях. Еще и подлечилась. То есть я на самом деле чувствую очень много энергии. У меня, вы сейчас скажете, да ты по Лас-Вегасу бегала. Господи, бегала вообще всю ночь. Вы знаете, я очень сильно. Даже если мне не очень хорошо, я все равно, и простите меня, но это честно, я для видео расшибусь, но я сделаю. Поэтому я, конечно, бегала и прыгала, но я чувствовала, мне было намного очень тяжело. Поэтому я считаю, что я провела очень полезное время, нашла себе друзей. Все здесь исключительные были люди. Не больше, даже иначе никак не могу сказать. Исключительные врачи, исключительный персонал, исключительные пациенты. Вот хоть бы раз кто-то про кого-то, чего-то, кто-то был чем-то недоволен. Все просто семья. Обожаю. Так, это моя Надя.
с которой мы приехали в один день, с которой мы жили вот по соседству, вот эти две комнаты наши. Мы по ночам с ней выходили, пока никого не было, делали массажи на этих креслах, значит, разговаривали. Надя у нас все время гуглила, то, что нам делают, то, что нам дают. Она все время прогуглит и говорит: я прогуглила, все, девочки, можно делать. Так было интересно. Надя, расскажи о своем впечатлении. Она у нас из Канады, кстати. Я тут себя немножко сама врачом почувствовала, потому что я такая из «доверяй, но проверяй». Угу. Вот, и вот все проверяла. Все, что мы не делали, вот я все действительно прогуглила. Никакого вреда, только польза. Угу. Вот, да, и все процедуры, которые мы делали, вот честно скажу, многие были незнакомы, но по сути, если посмотреть эффект, который они делают, только, ну, как сказать, холецистический, то есть все только хорошее. Я оздоровилась, помолодела, посвежела. Честно, не буду рекламировать что-то, если самой не понравилось. Угу. Вот, но... ты сейчас пришла с массажа, как тебе массаж здесь? Потрясающий, вот особенно вот цена еще, честно скажу, по сравнению с Канадой, отличная, и качество, вот... Я как будто бы сейчас пришла, не знаю, не час массажировалась опять, потому что человек знает то, что делает. Угу. Вот. И это не только массаж, это еще и хиропрактор одновременно. То есть меня похрустели, все сделали. Ну, это ладно, массаж. Все остальное, все, что я здесь делала, долго рассказывать, и Наташа вам уже все показала. Вот. А честно скажу, приеду, наверное, через пару месяцев. Да? Вот. И даже думаю маму привезти из России, когда... возможность будет, потому что она у меня болеет часто. Что тебе больше всего здесь понравилось вообще? Мне больше всего понравилось место само, потому что оно на океане, потому что океан сам лечит. Вот этот шум воды, mm-hmm. воздух, эти чайки там, которые тут летают, на нас смотрят. Вот. Это волшебное место само по себе. Потом дальше мне понравилось питание, потому что я никогда в жизни бы не заставила себя... питаться здоровой пищей, так скажем. Ну и люди, естественно, все встав, все вот от начала до конца, от повара до того, кто нам делает латте без кофе из цикория, продолжая человеком, который нас отвозит, и всеми докторами и так далее, все чудесные люди, которые, как сказать, ну, чувствуются как вот семья большая. Семья. Да, вот. Один Паша чего стоит тут? Ну, без Паши, понятно. Я уже сама к Паше в гости с Диной практически собралась. Да. Мы как в пионерском лагере молодцы. Отдохнули. Я в детстве любила ездить по пионерским лагерям, всякие там орленки и так далее. Вот сейчас вот все это вспомнилось. И как-то где-то я себя почувствовала пионер-вожатой. Да, классно. Да. Ну, вообще все доктора, весь персонал, что скажешь? Все профессиональные люди, очень чуткие, объяснят, если ты что-то спросишь. То есть, грубо говоря, никто не будет тебе говорить, там, иди сделай то, не знаю что. Вот, если начнешь задавать вопросы, тебе все расскажут. Вот, и ты будешь, как говорится, знаешь все, что делаешь. Вот, да, потому что Надя очень... у нас, она доверяет, но проверяет. Она все гуглила. Мы всегда, если нам что-то делают, Надя такая: так, девочки, я уже прогуглила, я уже почитала. Да, и сейчас я пойду сделать капельницу какую-то омолаживающую кровь, вот, чистящую там все печени, еще и даже с отбеливающим эффектом. Как она называется? Глутатион, вот, да, говорят, какая-то волшебная вещь, в общем, пойду сейчас на себе проверять, вот. Да, ты умолодилась уже, короче, как будешь как в сказке, помнишь царь, который прыгнул в молоко и не там сварился, а выпрыгнул, когда там был молодой. Ну, главное, не быть не той лягушкой, правильно? Да. Ну, в общем, всем советую, и, ну... Оно того стоит. Оторваться от работы. Мы все работаем. Да. Очень... Надя выглядит очень молодо, но у нее двое детей. Она мама. То есть она приехала сюда лечиться. То есть не то, что там молодая девочка просто так приехала. Нет, она приехала подлечиться, потому что, ну, как говорится, двое детей, рожавшая женщина. Всякие... Да, у меня еще бизнес очень сложный. Всякие эти нервные стрессы. Моменты в бизнесе и все такое. Да. Ну, в общем...
Наташа, тебе в добрый путь. Мы, у нас еще есть целых 2 дня. Ой, вам везет. Мы сходим в баню, попаримся вениками, сходим в инфракрасную сауну. У нас еще и джакузи даже есть. Так что ты будешь. Мы вчера же лететь в самолете, где мы сидели все. И вспоминать все эти чудесные моменты. Ну, вы еще раз в джакузи посидите, да. Классно. Да. Ладно, девочки. Так, у меня здесь подруга из Бока-Ратон. Можно вас показать красивую? На секундочку. Вот Микуся концу, как к концу согласилась. Она чистит кредитные истории, кстати. Если что, она чистит кредитные истории, кто в Америке живет. Это ее работа. Вообще, я когда ее увидела, я думала, у нее работа в бьюти-салоне, но оказывается, она чистит кредиты. Пока меня тут чистят, я чистят. Видите, какая? Это вот ее, значит, Николас, наш парень, который сын полка сейчас, он, это вот ее сын. Баскетболист. Для нас сейчас он сын полка. Здесь, потому что он как наш общий. Все. Надечка, ну все, спасибо большое. Куда ты пошла? Ты еще не попрощалась. Я пить стала. Свой волшебный матчу, который вам еще Ванесса хлеб уже сделает. Испекли. Сейчас будете хлеб кушать. Да, я уже... Ну все, меня опять прервали, все. Позвонили. Все. Хорошо, долететь. Давай, давай, куколка, я обниму тебя. Ага, соседушка, целую. Давай. Все, пока. Целую, пока.